Инструкция к туалетной бумаге. Чистой рукой сухой проверить качество очистки, что? 700 миллиметров. Как это отмерять, блин? Серьезно? А если 800, то что? Гармошкой в виде баяна. Да это пол рулона надо отмотать? Серьезно, рукой проверить, Вик, вообще молчу. Чистой сухой рукой проверить, то есть банально испачкать. Под углом 60 градусов косевой линии рулона, твою мать, подтянуть, отмотав таким образом 700 миллиметров изделия. Нельзя, чтобы инженеры писали инструкцию к туалетной бумаге, нельзя. Мария Мишко, Наталья Кужель, как я, блин, без этого жила столько лет. Татьяна Рычкова. Лишнее доказательство того, что инструкции никто не читает. Слава богу, что их никто не читает. Ты представляешь, как долго бы было там занято, если бы все делали так, как написано. Милота. Или, чувак, проверь, я там качественно вытер, а то у меня руки все уже испачканные. У тебя сухая, чистая рука. Проверь качество. Что? А что ты накупил? Туалетная бумага. А что ж так много? Мы же газеты выписываем.